И мальчик, как дела? Похоже. Ну, так и работает. Всем привет. Сегодня мы будем зачудивать, дочудивать этот автомобиль. С порогами у нас кислота и гравитекс. А здесь на крыше подготовить ему под пленку просто рыжики вот эти. А, то есть кислота и грунт. Дальше он сам будет заниматься. Одна дверь, которая не красится, сразу у гравитекс. Ох, и самый кайф вот здесь будет. Крыло, то, на которое мы делали выкраски капоту. Крыло, вот эта дверь. И большая половина вот этой двери в один цвет. А вот эта дверь совершенно другой цвет в переход. Поэтому двери подоткнуты в одну линию, с обратки заклеены. Здесь тоже из-за вот этого вот уголочка. Тут надо припылять. Ну, в общем, интересная будет покраска. Сейчас кислотой работаю в баллоне. Мне так удобнее. Обрабатываем открытый металл. Обязательно внутри там лепестка струится. Так, чтобы хорошо было. Та же тема и с порогами. Кислоту наносим на металл, если рядом с металлом есть шпатлевка, старая лакокрасочная, ничего страшного. Кислоту туда можно наносить, просто она там ни с чем в реакцию не вступает и никакой роли там не выполняет. Так же и здесь. Ждем минут 15, кислота высыхает, и бодевский гравик 951, балдею от него просто, так как он работает. Блин, пистолет тоже крутой, мне очень понравился. Наваливаем. Да, там дырки, пороги мы не варим. Чуть-чуть я его разбавил бензином калоши. Залили кислоту грунтом, наполнителем грунтом, два слоечка друг на друга сразу. Все, тут мы больше ничего не делаем, оно потом высохнет. Подмотуем ему, он будет под пленку, чувак, сам тянуть. Поэтому тут мы заканчиваем. Идем смотреть, что там Саня валит. Без маски. Ага, эпоксидочком подышал. Я забыл заклеить надувальник. Молодец. И уже насрал. Ну ладно, сполируйся потом. Молодец, вообще четко именно. Ты тупо засрал его. Потом полировать лишнее надо будет. Фу. Заклеивай. Так, это у нас эпоксидный грунт. Во сколько? В один, в два? В один. Ну, в принципе, да, этого достаточно. Теперь полчаса ожидания и окрас по мокрому. Так, ну там полчаса просто ждет под нешлойную сушку под окрас. А здесь мы оставляем чем дольше, тем лучше. Может, даже на ночь оставим, вот так трогать не будем. Потому что окрас в камере сейчас уже время часа три. Как раз в камере пока пройдет, будет уже часов 5. Собирать оно не успеет высохнуть, поэтому это стоит. Не трогаем, оно высыхает. Так, я сейчас мотанусь, отвлекусь. Возможно, Саня без меня даже открасится. Но, по крайней мере, результат покраски мы посмотрим. Вот. Ты поверху имеешь в виду? На плоскости не было беды? На плоскости нет. А, ну и все. Тут мы потом мовилью, когда будем укладывать. Ну, так он не сох вообще? Во вообще. Ну ты же видишь, я его просто посрывал, скажем так. Так, ну тут понятно. Тут понятно. Постарайся по возможности вот тут не красить. Я вообще вот так не лезу пока. Я понял. Ага. Ну то есть я вот припылил, тут припылил. Да тут-то смело можем пылить. И подложкой, и не подложкой.
Все, отлично. Не буду. Тоже вот так. Ну понятно. Первые два понятно. Вот так, потом. Не забудь, вот тут же шторец он пропилил. Угу, чтоб ты не забыл. Не. Короче, так можно. Да. Так, ну что сегодня сделано? Сейчас сходим в камеру, посмотрим, что там открашено. Сейчас вкинули стекло. Стало стеклышко идеально. Прям щелк, я так не помню давно, чтобы стекло у меня хорошо становили. Так, стекло легло вообще четко. Клей ровненько раздавился. Ничего никуда не вылезло. Все одним хорошим таким валиком лежит. Завтра оно подсохнет, можно будет перетереть крышу человеку под пленку, повесить от... Ай, хрен там повесить, обработать гравиком открашенные сегодня двери, повесить к вечеру их и отдать машину. А до этого поубирать там все дела, поделать, что надо понавешивать. Что не надо, да, бампера, да, Димон чистил, клеил. Ну ладно, допустим, забыл, я ему говорил, он забыл, фиг с ним. Ну короче, доделать надо юбки, бампер по кругу и передний бампер по кругу доделать. Ну благо гравиком еще будем завтра обрабатывать. А так вообще внимательности нол. Стекла вот эти вот, хуг. Раньше они действительно были не Г надо, а Е было ставить. Стекла были говнищем полным. Сейчас, вот последние два года, как я их ставлю, они изумительно подходят. Что на дорогие автомобили, что там с подогревом стекла всякие. Отлично, влазят, шикарно. Стекло вот это стоит... 40 баксов стекло. Изумительно становится. Понятно. Так, поглядим. Крышка, в принципе, ровная, такое целое. Ну, есть дефекты этой штамповки. Он тут бликует. Но здесь поворотник должен, по идее, закрыть блик. А так неплохо. По шагрению вообще ты воссоздал что-то. Что-то по шагрине. Ага. Ой, очки упали. Видно чуть-чуть это. Видишь, как? Ты эпоксидником тут подпылял вообще? Нет. Не, имею в виду, видно, как, знаешь, такое небольшое опыл зерна лежит. Ну, тоже ж не крашеный угол. Нет. Ну да, оно и падает. Вот да. Так. А переходы баллончиком шиком? Да. Четенько. Ну, тут где-то вот так. Ну, тут цвет-то, видишь, тот, который мы набирали. Он неплохо, кстати, не отличается. Хвост чисто вот так, вот другой так, краской, да? Нормалечек. Я думаю. Вот когда висят двери в одном уровне, и не скажешь, что жопа явно отличается по цвету. А жопа явно отличается по цвету. Да, она более темно-желтая. Ну, на бок на солнце можно будет увидеть. Реально сбоку, когда знаешь, где идет переход. Ну, вот так все нормалечек. Потеков нет, сопля нет. Да и мусор, я смотрю, камеру тут, ну, недавно переобрабатывал. На крышке там есть. Да. Ну, там на себе принес. Просто двери вымыты и обклеены с двух сторон. И все. И чисто. Такого вот, как бревна там лежат у людей, всякое бывает. Ну, нет, вот все, что на себе занес, то легло, да. Если на себе ничего не принес, то чистенько. Чистенько. Все, на сегодня хорош. Отсохнется завтра. Низочки с двух сторон собираем и будем отдавать этот чудо-автомобиль, который вообще в топку пора бы уже отправить. Такие дела.